все люди братья, но не все сестры и братья братья. Учение «Новый человек». Работая в дружном многонациональном коллективе профессионалов. Учитывая ваш уникальный опыт работы. Всем привет! Где Витя? На работе. Он получил новую должность. О! Отлично, пока его нет, я проведу это время вместе со своей семьей. А сейчас прослушайте обращение нового избранного губернатора нашего края. Здравствуйте, дорогие соотечественники. Не понял, когда это он успел стать губернатором? Прежде чем начать работу в новой должности, я бы хотел покончить со старыми проблемами. Взгляните на этого человека. Он инфицирован редким вирусом, разрушающим сам институт семьи. Что он несет? Если вы увидите этого человека на улицах или в общественных местах, немедленно обезвредьте его самостоятельно, свяжите и вывезите за пределы города. Или вызовите специальную службу, которая день и ночь находится на страже семейных ценностей. Вот он! Нет! Поймал! Юля, осторожнее! Он очень-очень сильный, Юля! Мама, да не переживай, я не промахнусь! Юля, девочка моя, ты чего? Ты что здесь делаешь? Да в школу опаздываю. Похвально. Начать учиться никогда не поздно. Ира просила сходить на родительское собрание. А ты забыл. С чего ты взял? Вижу. И дышу тяжело. Дедукция. Так, между прочим, удобнее, Шерлок Холмс. Мягко и тепло. Саш, в мороз тепло. В зимней одежде, а не в банном халате и в моих тапочках. На собрание иду я. Смотри, слон! Не школа, а детский сад какой-то. Ну, видимо, собрание сегодня опять пройдет в чисто женском коллективе. Александр. Здрасте. Это папа Юли Курочкиной. Пожалуйста, садитесь на любое свободное место. Добрый день, извините. Я папа Юли Курочкиной. Ну, здесь, видимо, стоит прояснить ситуацию. Это новый мужчина Юлиной мамы. Кому-то все, кому-то ничего. Вот именно. Ну, занимайте любое свободное место. Садись, Витя. Осторожнее! Так, папа Курочкина, ну потише, не то рассажу. Каждый год в нашей школе проходят выборы, по результатам которых один из учеников становится президентом школы. И на один день полноправным ее руководителем. Ну это как бы. Каждый кандидат составляет список мероприятий и указов, которые он намерен воплотить в этот день. И это все формируется в программу, за которую потом голосуют остальные ученики. Но, безусловно, мы контролируем программы наших учеников, дабы исключить повторное увольнение нашего трудовика. Кстати, в этом году один из кандидатов – Юлия Курочкина. Моя девочка, и она обязательно победит. Это мама второго нашего кандидата, Света Шварц. Света побеждала 2 года подряд и в этом году намерена сделать хэт-трик. Я сейчас правильно использовала хоккейный термин? Да, совершенно верно. Но есть еще и другой термин. Курочкины всегда побеждают! Я хотел сказать, что мы с Юлей постараемся
наилучшим образом подготовиться к выборам и... Витя, нет никаких вас, Юлия. Есть папа, Юлия, победа. Погодите, а может быть, вам объединить ваши усилия? Нет. Ну, тогда Юле предстоит нелегкий выбор. Аллочка, не выдумывайте. Нет никакого выбора. Все верно. Выбора никакого нет. Мой штаб возглавит Витя. Что? Я так и думал. Я благодарю за доверие и обещаю его оправдать. Доченька, я чемпион мира. Чемпион страны. По хоккею. Да это не важно. Я капитан сборной. Да я твой отец, в конце концов. Да, ты мой папа. Но Витю каждый раз переизбирают старшим по подъезду. Он тетю Нину, пенсионера из 47-й квартиры, на раз-два выносит. Не просто пенсионера, а ветерана труда. Пап, ну, Витя и вправду хорош. Всем привет. Как прошло собрание? У твоей сестры проблемы. Она собирается слить выборы президента школы. Я прошу прощения. Меня всегда выбирали старостой в классе, в институте профоргом, а на работе до сих пор именно мне доверяют сбор средств на празднование дней рождения коллег и другие общественные мероприятия. Витя в этом лучший. И? И я выбираю Витю. А я выбираю Юлю. Да никто не выбирает Витю. И я выбираю Витю. Привет, мам. Привет. Привет. Юля баллотируется на пост президента школы. А я согласился возглавить ее предвыборный штаб. Пап, а как прошло мое собрание? Твое собрание? Ну да, что там говорили? Там говорили... Жень, не волнуйся, я говорила с учительницей, и у тебя все в порядке. Ясно. Ты помнишь, я просила тебя сходить к Жене на собрание? К Жене? Ну, Витя должен был пойти к Юле, а ты к Жене. Черт! Ой, Жень, прости, я что-то перепутал. А Витя не перепутал. Жень, можно? Знаешь, когда у тебя двое детей, их легко перепутать. Я читал, что дети, которым врут их родители, когда вырастают, забывают об их существовании. Фу. Да ладно. Ты что? Ну, извини. Я буду внимательней. Ты в штабе у Юли? Я отказался. Меня не взяли. Она выбрала Витю. Поможешь мне выиграть выборы? Ты участвуешь? Я слышал, что за мелких не голосуют. Я сейчас правду говорю. Знаю, но за всю историю выборов ни один ученик из младших классов не выдвигал свою кандидатуру. И? Так откуда знать, выбирают мелких или нет? А ты прав. Каждый год старшеклассники придумывают бесполезные программы. А ты? А я хочу сделать что-то действительно полезное, чтобы это пошло на пользу школе. Знаешь, я тебе помогу. И мы победим. А при грамотной раскрутке ты станешь не только президентом школы, но и страны. Да что там страны? Всей галактики. Yes! Все девочки будут ходить в розовом, а учителя в костюмах преподавателей Хогвартса, как в Гарри Поттере. Классно, да? Да! Отличная идея. Здрасте.
Голосуйте, пожалуйста, за Курочкину Юлю. Вот она. Сейчас послушаем следующего кандидата, Свету Шварц. Всем приветики! Света, давай! Программа Курочкины «Куром на смех». Розовый дресс-код? Серьезно? А что тут нового? Песни графа на звонок? Ха, да вы сейчас даже не в десятке. Нам нужна такая же программа. Ну, какая... Она пока только критикует тебя. У нее нет никаких конкретных предложений. А учителя, одетые в костюмы из Гарри Поттера, это же чушь. Тем более в 10-й школе так уже делали. Так что, Юля, придумай что-то новое. Это все уже было. Ну, конец. Ведь я сделаю что-нибудь. Я? А вы голосуйте за меня. Я всегда в тренде. Голосуйте за Свету Шварц! Спасибо, кандидату Свете Шварц. У нас есть еще один кандидат. Он зарегистрировался в самый последний момент. Встречайте Фантом. Давайте, парни, выкатывайте. Девчонки, у него такие мускулы. Когда я стану президентом, столовые ученики младших классов будут проходить без очереди. А у нас сейчас не так, что ли? Всем учителям будут дарить цветы только в горшках, чтобы они могли цвести весь год. Какой практичный парень. Старшеклассникам спортсменам говорите, что они всех порвут на школьных соревнованиях. Таким образом, они будут вашими друзьями и не будут вас задирать. Ничего, что это они сейчас слышат. Ведь у них плохая память. А для девочек мы устроим неочередной День Святого Валентина. Будем дарить им валентинки и говорить, какие они красивые. Ведь счастливые девочки дают списывать. Это правда. Девчонки, это был его голос. Папа, ты что здесь делаешь? Работаю в предвыборном штабе Фантома. И кто он? Это секрет. Я его и сам никогда не видел. Но это очень сильный и мудрый человек. И он интуит. Поэтому и выбрал меня в помощники. Меня, а не Витю. Фантом не остановится, пока не станет президентом. И он отчаянный сорвиголова. Любит риск. И никакими трудностями его не сломить. Помоги мне защиту снять. Ты мелкий паразит! Хорошо. Давайте попробуем еще раз. Теперь давайте по очереди. Юля? Да как вы могли пойти против меня? Это предательство! Ты предал своего отца. Да, я униженный и раздавленный. Перехожу в лагерь к Жене. Саш, ты подбил Женю участвовать в выборах, чтобы доказать, что ты лучше Вити. А что тут доказывать? Все и так видно. Но ты позорил детей! Я сам решил стать президентом. Папа согласился мне просто помочь.
потому что я твой отец. Женя составил программу, я ее так оформил. И у нас теперь такая яркая, запоминающаяся рекламная кампания. Виктор, вступайте в предвыборные дебаты. Ну, честно говоря, у них в программе действительно все по делу. Ясно. Витя, ты уволен. Папа, я передумала. Теперь ты работаешь на меня. Юль, как тебе не стыдно? Ну, я хочу победить. Кого? Собственного брата? Мне кажется, мы все должны радоваться. Потому что президентом школы так или иначе станет кто-то из нашей семьи. И неважно кто, ты или Женя. И есть еще Света Шварц. Это очень сильный кандидат. Да и к тому же Женя все равно не победит. Это мы еще посмотрим. Я завтра раскрою, кто такой Фантом. Что? Кто? Ты мелкий и не накачанный. Зато у меня есть хорошая программа. Да никто не будет голосовать за пятиклашку. Нечестно. Это политика. Кайло. Тебя же уволили. Меня нельзя уволить, я зарплату не получаю, работаю на общественных началах, и я продолжу помогать Юле. Не стоит. Мое терпение не безгранично. Отлично, уходи. Ну что, Витя? Я понял. Это просто еще одно испытание, которое я должен пройти, и тогда мы победим вместе. Что это? Саш, ну это подло. Это не мы. Теперь я тебя точно раскрою. А это что? Привет, Фантом! Ты мускулы дома оставил? Сдулся перед выборами. Это ты? К сожалению, нет. Вчера Женя Курочкин нас всех нагло обманул, выдав себя за Фантома. Из этого можно сделать вывод, что семья Курочкиных использует грязные предвыборные методы и устаревшие программы. Я же за честные выборы, поэтому каждый 11-классник, конечно же, проголосовавший за меня, получит поцелуй. Не все еще потеряно. На волевых выиграем. Все бесполезно. Старшеклассники за меня не проголосуют. Что ж, на выборах все средства хороши. Следует признать победу Шварц в третий раз. Есть идея. Я снимусь с выборов в пользу Жени. Это поможет? Ты сделаешь это ради меня? Не хочу, чтобы Света Шварц победила. Да и программа у тебя и вправду хорошая. Но ты старшеклассница, у тебя шансов больше. Давай лучше я снимусь с выборов в твою пользу. Нет, нет. У Юли программа... А уже не пиарщик круче. Это да. В выборах участвовать должен ты. Уже не программа. У Юли узнаваема среди старшеклассников. А вместе получается сила. Да, но в пользу кого нам сделать выбор? Александр, вы очень красивый. Сильный. Спасибо. Но не очень смышленый человек. Спасибо. В этом году в нашей школе разгорелась нешуточная предвыборная гонка. Все кандидаты достойные. Но не у всех стальные нервы. Юлия Курочкина сняла свою кандидатуру. Ты уверен, что это хороший план? Абсолютно. Смотри. Второй кандидат, Женя Курочкин, Фантом, также снялся с выборов. Это что получается? Победа! Посануть перед самым финалом, это очень на тебя похоже. Слушай, такая нетерпеливая-то, а? Но это еще не все изменения. Два наших кандидата решили объединиться и выступают теперь единым фронтом. Встречайте, Курочкины!
Вот это выражение лица я и ждала увидеть. Не имеете права! Имею! Я завуч. Это еще не победа. За работу. Я создал фантом только потому, что никто и никогда не голосует за учеников из младших классов. А без голосов старшеклассников не победить. Закройте глаза, пожалуйста. А теперь скажите, неужели так важно, как выглядит наш кандидат? Одет ли он в розовое? Мальчик он или девочка? Накачан он и крут? Или как мой брат? Чего? Главное то, что он может нам дать. А дать он нам может свою предвыборную программу. Откройте глаза. А теперь вспомните предвыборную программу Светы Шварц. Вы не можете, потому что у Светы Шварц нет предвыборной программы. Она только критикует чужие идеи. Света, что ты сделаешь, когда станешь президентом школы? Я? Но я уж точно не предложу устроить день учителя. Вот видите, ничего своего. А мы сдержим обещание для всех младших классов. И для старшеклассников тоже. Голосуйте за Курочкина. Фото с чемпионом мира на фоне будущих президентов пока бесплатно. Красавчик. Итак, выборы президента школы объявляют закрытыми. На следующей перемене мы объявим победителя. Хотя что тянуть? Победили Курочкины! Поздравляю! Ничего личного, Вить. Просто приятно. Я ничего не знаю, что такое. Сердцем чувствую, он что-то задумал. Да ну прекрасно. Просто он становится настоящим отцом и новым человеком.